вечора. Ми візитом нашим контентом, який ви оставили в цій базі. Я не знаю, я хочу попросити вот эту девочку, как тебя зовут, скажем. Лизу, она будет вытаскивать. Кто еще не просит есть время, напишите. Она будет вытаскивать ваши визитки, ваши имена. И мы будем раскрывать несколько призов из Украины, которые останутся у вас на память в этом вечере. Начинаем. Вынимай. Давайте ручкой там хорошенько. Найди свою визитку. Но ты получишь мне в любом случае эту бумагу. Шангелия Лоэта. Есть? Шангелия Лоэта. Кто это? Ваша художница. Шангелия Лоэта получает сейчас вот плейсмент. Шоколад Рошен. Это самый вкусный украинский шоколад. Это такой лимитированный тираж, который был выпущен в этом году. И Шангелия Лоэта. Лоретта его выиграет. Если она очень быстро не появится, то Ванда съест этот шоколад. Мы оставим пик, да? Для Лоретты. Можешь вытаскивать следующее имя? Это твое имя. Сейчас мы сыграем такую ложку. Это сувенир от украинской художницы, дизайнера. Моя очень хорошая подруга. Это у нас в Украине называется оберег. То есть вот этот маленький сувенир, если вы его повесите в дом, принесет достаток, то благополучие. Вот всегда будет полная чаша в доме, да? Всегда будет что кушать, в ложке всегда будет еда. Так, и такой сувенир у нас выигрывает. Это, конечно, не совсем честно. Нет, ну, это человек просто стоит ближе всего сейчас ко мне. Он даже не догадывается, что он это выиграл, он не знает русского языка. Майкл, it's for you. Please, Майкл. Thank you. You can say a number, please. I'm going to say, спасибо, Мадла. Thank you. It's nice to be here. Very nice event, and thank you, Nina, for inviting me. Very much. Это очень хороший приз. Я почему-то в Грузии крайне редко пью хороший кофе. Я знаю, куда пойти, да, на вас Лиза, я знаю. Я привезла Лизу, да, вы какой-то с Львова. И сейчас мы разыграем этот мешочек. Манда. Мария. Мария Дердаряни. Мария Дердаряни, есть у нас? Мария Дердаряни. Ты она? Закажи дружбу. Я не знаю, как подтвердить то, что вы знаете Марию Дердаряни. Можно, конечно. Давайте мы отложим. Может, она появится, да? Дальше. Да, Мария, мы отправляем на нее. Это очередной сувенир, это мотанка украинская, очень маленькая. Раньше такие куклы в Украине делали для детей, дети не брались. У нее нет лица, но ее получают. Лиза Талахадзе. Лиза, ты хорошо работаешь, молодец. Да. Это сумка тоже украинская. Автор Оксана Ягодка. Ну, я не знаю, мне кажется, будет приятно вам всякое путешествовать по городу, либо подарить кому-то из ваших знакомых. Кто выигрывает? Ирма Меслишвили. Есть у нас Ирма? Ирма. Ирма идет? Идет. Ирма, мы вас поздравляем. Пусть вот ангел охраняет вместе с таким подарком из Украины. Это ручная работа. Еще есть такие сумочки. Достаем визитку. Раиса? Кто Раиса? Есть такая. Давайте сюда. Раиса? Вы выиграли ангела. Раечка, да. Поздравляю. Спасибо.
два слова вручить, пожалуйста. Огромное спасибо за эту выставку, за обилие красок, за то, что все сегодня хорошо, все мы улыбаемся. Украине огромный привет, мирного неба и нам, и Украине. Огромное спасибо. Пусть ангел всех хранит, не только меня. Огромное спасибо. Еще два ангела выигрывает Чупинидзе Анна. Чупинидзе Анна. Есть? Идет. Достойно. Она выиграла, да? Спасибо большое. Пожалуйста. Да. Сейчас приз от нашего партнера, который очень еще помогал мне в организации выставки. Еще эта помощь не закончилась, она длится, и завтра я ее еще раз почувствую, эту помощь. Потому что в таких проектах очень важно, чтобы были люди, которые, ну, даже на элементарном уровне техническом, что-то помогут, пригласят своих друзей, даже расскажут о проекте, поделятся. Это, ну, для меня это очень важно. И вот BTF Georgia, это компания, которая занимается деловым туризмом, помогает мне уже на протяжении, наверное, 3 месяцев всячески. И один из призов будет разыгран от этой компании. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте представиться. Меня зовут Майя Белоуи. Я директор компании BTF Georgia. Наша компания представляет компанию делового туризма, и мы занимаемся организацией мероприятий, конгрессов и также бизнес-тревел. Да, в этом конверте мы разыгрываем ваучер на однодневный тур в Казбеке на 2 человек. Пожалуйста, скажите, кто у нас победитель? Нино Кропиридзе. Нино Кропиридзе. Есть у нас Нино Кропиридзе? Есть. Ура! Поздравляю! Еще следующий такой небольшой сувенир – это такой набор для путешественников. Кто у нас? Лев Никольский. Лев Никольский. О, Лев! Вам осталось только про путешественников. Спасибо большое. Я путешественник из Одессы. Отлично. Спасибо. Спасибо за визу. Очень спасибо. 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 Следующий подарок. Опять классный подарок. Я не знаю, ну почему-то я много берегла кофе, конфет в груди. Не знаю, почему мне хотелось, наверное, чтобы жизнь стала приятнее, слаще. Это набор конфет. Это львовская кондитерская, авторская, у нас очень распространенный именно этот производитель. Львовская майстерня шоколада, считается, что шоколад они делают вручную по старинным рецептам. А какие здесь конфеты я могу показать, чтобы немножко вас подразнить? Нет. Наоборот, реклама. Да, просто набор, ну, ассорти, да, если хотите, есть полные сладости, можете опять на Лос-Лице, Тильде-Тильде, да, прийти, купить кофе и поесть такой шоколад. Кто у нас выигрывает? Василь Бабенко. Василь Бабенко? Да. Василь Бабенко, верно, и в Украине может поесть какого-то? Нет? Не пар? Василь Бабенко. Есть Василь. Василий Бабенко, есть? Да, спасибо. Нет, Василий, он ушел на ярко. Давай еще кого-нибудь. Лина Демчук. Лина Демчук. Лина Демчук. Я очень Митя. Дякую, дуже дякую. За здоровье. Так, мы, наверное, разберемся с марки у Тазами. Еще набор шоколада. Кто получает? Лиза Карначевна. Как я же так получилось? Достойно. Вам это такое? Большое спасибо за положительные эмоции. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Оксана Букременко. Оксана Букременко. Оксана, вы знаете, что вы получите? Ну, вы даже еще не знаете. Это оригинал, с которого возникли все вот эти птицы. Вот как он изначально выглядел, был нарисован Галей Назаренко. Она вам его подпишет с пожеланиями. Это была докторская картина Петриковская, знаете? Да, поздравляю. Еще одна птица. Оригиналов было несколько. Следующие оригиналы мы будем разрисовывать завтра с грузинами в парке Пушкина в 11 часов. Это будет флешмоб, посвященный событиям завтра, трагический день, памятный день для Грузии. И мы хотим вместе с грузинами рисовать и дарить птиц пожеланиями мира и счастья. И вот таких птиц мы будем рисовать. Это тоже Галя Назаренко, это тоже Петриковка, это тоже... Спасибо, слава Украине! Дея Георгация! Героям слава! Дея Георгация! Есть? Следующий. Сука Бахтарадзе. Сука Бахтарадзе. Ты не уходи, автор подпишет. Пожелание не лично для тебя. Хорошо? Спасибо. Две налетки. Соха. Была Соха? Две малютки сейчас разыграем. Это American Cheesecake Simplicity by Thea. Кто такая Thea из American Cheesecake? Майкл! Еще раз фамилию скажите. Да мне фамилия, там есть American Cheesecake from Belize. Belize. Гюлин Belize. Belize. Берите Гюлю? Ванда. Ванда. Гюли. Последний приз. Вот такой. Это на холсте. 10 лайков на паспорту, это будет замечательная картина. Ганна Олешина. Ганна Олешина. Ганна Олешиной нет. Телефон диктовать не будем. Кому-то нужно позвонить. Приватбанк. Я уже вижу. Но, Елена! Леночка, это приятно. Браво. Смотри, да, мне это прикидка. Несколько лет назад работа вот этой художницы была нанесена на карты Приватбанка. И Приватбанк выпускал карты с петриковской росписью. Потом Приватбанк изменил свою политику, стратегию. Сейчас немножко другой дизайн, но мне приятно, что граждане Петриковска, картина потребляет дорогу в мир, выпитнуть из Украины, уехать в Приватбанк, с приводу его. Дякую. Вітаю вам. Українською мовою. Я дуже рада, що сьогодні присутня на такій чудовій виставці. Ми, українці, які тут присутні, наче побували в нашій Україні, яка зараз переживає дуже важкий час. І тому я хочу побажати Україні і всім нам мира, тепла, добра, мирного неба, щоб такі чудові квіти і птахи були навколо нас. Я очень рада присутствовать на этой выставке вместе с грузинами, с украинцами, вместе со всеми, кто здесь есть. Я почувствовала себя в Украине, потому что здесь рядом с нами сейчас кусочек Украины. И я хочу пожелать нашим обоим народам добра, мира, тепла, и чтобы нас окружали в этой жизни вот такие прекрасные цветы, птицы и было мирное небо. Спасибо большое Нино за прекрасную выставку, спасибо большое всем, и дай Бог нам всем мира и тепла. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава России! Смерть ворогам! Украина! Понад усе! Понад усе Украина! Спасибо большое, наша передача Украина! Спасибо, продолжаем общаться, я хочу сказать, что завтра, да, 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 просим передать, завтра в
Ліна, це щитком в парку Пушкіна, ми будемо тішитися вас, приходіть. Ой, все. П'ятниця в 4 часа в Анті завтра, в 4 часа з фільмом. І теж з Мантюрбасом не порушив. Так, да. Що да, можна? Ножниці нужны. Якщо хто хоче мені щось із собою, пожалуйста, роздавте всіх. Спасибо за то, что ты есть у меня. Ночами не сплю. I'm on the track, hey, hey, don't look for me, hey, hey, hey.
Наша висота, і все буде добре.